В Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3, так сообщили в Министерстве обороны. В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение. По докладу с места два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Два члена экипажа погибли. Полет осуществлялся без боекомплекта.